Ремонты школ области и кадровые вопросы в коммунальных предприятиях. Седьмая внеочередная сессия Запорожского областного совета не завершилась. В ней объявлен перерыв. Депутаты успели рассмотреть бюджетные вопросы. Распределили 153 миллиона гривен, которые получила область за счет налогов за первое полугодие. Часть денег направили на строительство газопровода в Приазовском районе, ремонт школы в Орехове, реконструкцию футбольной площадки в Токмаке и погашение задолженности облводоканала. Каждая копейка из этих 153 миллионов будет направлена на решение важных, острых социально-экономических задач в Запорожской области. Я хочу сказать о том, что практически каждая территория получает часть своих этих средств. Очень много, в принципе, за такой короткий период времени была проведена очень большая, тяжелая работа. Вы видели о том, что многие депутаты высказывали, что, к сожалению, было мало времени для более детальной работы над этими вопросами.